Офіційно час початку дожинок 9 годин ранницы на подборках співають песни и ростуть страви. Ніякого обов'язкового меню нема. Головне, как было смачно и корисно, гостей необходимо частувати самым лепшим. Мы готовим уху. Уха из нашей днепровской рыбы. Это лещ, лин, щука. А также готовим шашлыки. Шашлыки у нас куриные сегодня. Но праздник есть праздник. Как положено, готовимся. Выстава сельскохозяйственной техники завсёды користується повышенной увагой наведувальников. Причем не только сучасные узоры, але и тракторы, которые працювали на палетках у минулом стагодзе. Старший комбайнер агрокомбината «Хомич» Речицкого района Иван Вырович на Т-74 працював у середине 90-х. Каже, что с сучасной техникой эту машину навод поравновать нельга, але и она потребует до себе постоянной уваги. Надо работать на комбайне. То, что он там нажимаешь на кнопки, что-то он делает, но это все надо настроить сначала. А потом оно уже работает с кабины. А так проверка вся, ремонт идет же, как и обычная любая техника. Крыху позднее стане вядома, по выниках года Иван Вырович и его помощник Олег Хвост стали пераможцами дожинок. На их рахунку 2670 тонн молочного зерня. У этой же господарства, до речи, працює экипаж, який занял другое место. Василь Коваль и Миколай Великоборец. У вогуле, по колькости отриманных сёлета узнагород, сярод явных лидеров Речицкий и Мазырский районы. А прача того, что Мазырщина – абсолютный пераможца областных дожинок 2018, тут находится еще и сельскохозяйственное предприятие, которое заняло первое место на уборце сбожжа. Совхозкомбинат «Зара». Правда, у самой господарства такую перемогу лечить закономерной. Это заслуга всего коллектива, начиная от простых рабочих, от механизаторов, полеводов и заканчивая главными специалистами, замдиректора. То есть уже из года в год мы соблюдаем технологию, движемся вперед, не стоим на месте. Дипломи, грамоти, подяки, премії під час обласних дожинок організаторам кнуться, а значить усіх, хто вніс значний уклад у агульний каравай. У цьому році його вага склала каля 1 мільйона тонн. Причому урожай кукурузи перевищив літошній показчик удвоя. Не у останню чергу такі виніки досягнуті дякуючи технічному переснащенню сільгаспредприємств. По цьому критерії, до речі, сьогодні підбирали і узнагороди для ліпших господарок. Головні узнагороди обласного свята дожинки 2018. 29 тракторів «Білорус-82», 15 з них отримають господарки, які перемогли в своїх номінаціях. І ще 14 оручать господаркам, які означалися жанчини. Виніки гэтага сельскохозяйственного года у Гомельской области – экспорт продукции предприятиями агропромыслового комплекса 280 миллионов долларов. Причем именно наш регион первым освоил китайский рынок. Гомельщина – лидер у Беларуси по нарыхтовце кормов. И такой показчик. Один представник вёски у прямым сенсе кормить 34 жыхары региона. Гэтый год был непростым по климатичных умовах, але ён дозволил отримать новый опыт и зарабить выводы, яким чином у сучасных умовах можно домагчыся максимального экономичного эффекту. Мы должны на этой территории выращивать те культуры, которые дают максимально отдачу и в экономике, и в объемах. Поэтому, если оценивать с прошлыми годами, то, конечно, он хуже чуть-чуть, да, не намного, но хуже. Но все равно тот урожай, который мы сегодня получили, его достаточно, чтобы накормить сегодня людей, обеспечить общественный сектор кормами. И самое дорогое, наверное, мы еще раз получили опыт. Мы этот год щепетильно работали, смотрели, анализировали, и я хочу, чтобы этот опыт, наверное, дороже того, что мы получили в аграрном секторе. Одночасово с работниками сельскохозяйственных предприятий под час дожинок узнагороды отримали так само журналисты и сотрудники идеологичной сферы, как означается урошение облаконкама, за информационное сопровождение полевых работ и объективное осветление деятельности агропромыслового комплекса. Сярод узнагороженных наместник старшини областного выконавчего комитета Владимир Привалов и начальник головного управления идеологичной работы, культуры и по справах молоди Ирина Даугала. Сярод СМИ означены телерадиокомпания «Гомель» и региональный карпунт столичного телебачения. Олег Сентеров, Валерий Гапанько, телерадиокомпания «Гомель» с Брагиным.